Привет, дорогие друзья! У нас уже мелькала в фотографиях наша девчоночка, да, Динка, но мы не рассказывали о ней историю, как она у нас появилась. Появилась она у нас следующим образом. Значит, осенью, в начале сентября, были первые звонки о том, что бабушке нужна помощь, и бабушка, как говорили, одинокая. Я стала приезжать и сказала, говорю, я буду гулять с собакой, лучше приезжать два раза в день, чем забирать у вас. Если она у вас единственная, так сказать, родственница, то вам совсем будет тяжело. Так, вы будете не одна. На что бабушка согласилась, я к ней приезжала два раза в день, кормила бабушку и гуляла с собакой. Вот, но в итоге бабушке становилось все хуже и хуже. Бабушке 82 года. Вот. И так получилось, что, найдя подругу, мы смогли найти родную сестру этой бабушки, но они отсюда далеко живут, 2000 километров отсюда. Пока родственники смогли приехать, мы оформили бабушку в больницу. И мне пришлось самой ее вести в больницу, оформлять документы. И получилось так, что там я узнала диагноз, что у бабушки рак. На третий, по-моему, день бабушки уже не стало. Приехали родственники, сказали, что они любят кошек, они любят собак. Вот, выставили.